здесь, чтобы можно было снимать. Во-первых, хочу поблагодарить Володю Майкова за то, что он нас всех сюда собрал. Сюда пришел не выступать, а общаться. После всех этих слов мы будем общаться, и это самое главное. А по поводу Кастанеды, тут интересная вещь произошла несколько дней назад. Наверное, не случайно. Я погрузился в медитацию, и в медитации вдруг пришла мысль, что стоп, ну скоро встреча по поводу Кастанеды. А что там Кастанеда? И я поднимаюсь в сферу, которую занимает Кастанеда, сознание Кастанеды. И тут, знаете, восхищение Кастанедой было предельное. Потому что сразу возникли такие интересные ассоциации мысли, что Кастанеда, это, знаете, вот так сразу там произошло, это Александр Матросов. Это человек, который бросился на амбразуру, закрыл от пулемета всех своих. Так вот, Кастанеда свою жизнь положил на то, чтобы достать знание, которое нам нужно. К Кастанеде надо относиться, как вот в Индии есть легенда про Раджа Гамса, знаете такую? Раджа Гамса – это лебедь. У него такое свойство, оказывается, есть, с точки зрения индусов, конечно, что если в большую там емкость воды налить немножечко молока, то Раджа Гамса выпьет все молоко, а воду оставит. Так вот, нам к Кастанеде надо относиться именно так. Он при помощи пиота стимулировал, включал высший эмоциональный центр, это термины четвертого пути, и получал знание с большой буквы. Не ерунду какую-нибудь, а настоящее знание. Мы с вами – это сущности, которые воплотились и которые через некоторое время уйдут, которые должны осознать, зачем мы здесь, что мы должны делать, как мы должны развиваться? Вот наша жизнь, от и до. Пришел, ушел. А зачем? Что делать здесь? И я почувствовал еще одну вещь. Да, действительно, он призывает к особым, высоким состояниям сознания. Мы, зная наше состояние бодрствования и чуть-чуть сна, мы не знаем, что есть еще другие состояния сознания. Когда включаются высшие центры, когда мы являемся настоящим духом, без всяких шуток. И хотелось даже закричать: люди, кончайте читать книги, практикой надо заниматься, практикой, это оно. Потому что я в этом же состоянии почувствовал, как много, там быстро много схватывается, как много людей просто читает книги, просто любуются, просто мечтает, воображает. А есть нечто, реальность, которая вне книг. И вот Кастанеда этой реальности касался, выносил оттуда что-то. Мы к нему, мы его пытаемся оценивать как алкоголика, как фантазера, еще как-то смеяться над ним. Но он герой, он по-настоящему, не то что рискуя, а кладя свою жизнь, добывал знания. В прошлом году, летом, ушел из жизни еще один такой же, можно сказать, гораздо более скромный человек, Александр Шульгин. Вы знаете, когда я с ним пообщался и вернулся в гостиницу, с ними, потому что там была Анна, там были его родственники, у меня возникло какое-то странное особое ощущение. Я попытался разобраться, что это такое за странное, что я никогда не испытывал. И я вдруг понял, что я общался со святым. Откуда, когда? Я ни с какими святыми не общался наяву. Значит, это опыт сущности, это идет откуда-то издалека. Александр Шульгин испытал на себе массу, громадное количество всякого рода синтетических психоделиков. Он
тоже, как Кастанеда, положил свою жизнь. Он тоже так же тяжело умер и от той же симптоматики разрушения печени. Это люди, это герои, настоящие герои, которые дали нам знания. Но теперь другой вопрос возникает. А мы это знание можем осилить, освоить? Знаете, конечно, я никоим образом не призываю там, применять пиот, там, психоделики или еще что-то. Гурджиев про это сказал очень жестко, и я согласен с ним стопроцентно, что есть ложные пути, есть школы, когда кладут жизнь за знания, не думая о том, что они умрут и не умрут. Им важно знание. Вот. Да, это вот люди, которые этим путем прошли. Но есть другие пути. Вот, кстати сказать, Володя Майков, представитель такого направления, трансперсональная психология – это очень мощный путь. Он открывает многие вещи. Но без ложной скромности скажу, что четвертый путь – ничуть не менее серьезная вещь. Хотя, как всякий путь, требует большой работы над собой. Ну, правда, трансперсональной психологии, наверное, тоже не меньше. Знаете, мы сейчас, наше общество в кризисе. И знаете, что это за кризис? С точки зрения четвертого пути, рассматривая общество как идущее по эннеаграмме, по объективному закону развития, в эннеаграмме есть два момента, которые необходимы для того, чтобы система развивалась. Иначе она умирает. Один – это толчок бессознательный, но энергетический, революция. Мы это уже проходили. Вот. А второй толчок – это толчок знания, который корректирует направление, который дает идею. От нас, между прочим, те же самые латиноамериканцы, их шаманы об этом говорили, люди, которые приезжали оттуда, мне об этом говорили, они ждут от нас, что Россия возьмет, поднимет новую идею, идеологию, и с этой идеологией она поднимется, вырвется, все будут на Россию смотреть, как на что-то удивительное, уникальное. Вот вы все здесь сидящие, вы в некотором смысле уникальные люди, потому что вы откликнулись в наше дурное, хищное время, откликнулись на знание. Вы захотели знания, ваша сущность захотела знания. Не только личность. Есть, конечно, люди, которые хотят какие-то деньги на этом получить, но в основном деньги на этом не получают. На этом получает развитие сущности. И вот вы, если вы будете заниматься практикой, я вас призываю к практике, я сам практик, вы действительно знание превратите в чувствование, а чувствование в делание. Это будет то, что нам вот что мы должны сделать для таких людей, как Кастанеда, как Шульгин и много других людей. Я знал других людей, которые, в общем-то, тоже умирали, но добывали знания. Знаете, очень это все похоже на легенду четвертого пути. Когда человек идет через пустыню, запасы воды кончаются, он роет колодец, напивается, идет дальше. Ну, может быть, еще вырвал колодец, напился, а третий уже не смог, сил не хватило. А следующий, идущий за ним, человек знания, он напьется из этого колодца, из следующего, увидит косточки другого, зароет его, следующий колодец, следующий и так далее. То есть вот так идут люди знания, они роют колодцы для других. И мы должны быть такими же людьми знания. Мы, наше общество, которое сейчас в загоне находится, в тяжелом состоянии, мы можем вывести, если мы знания будем давать. Ну, что еще сказать? Я в историю ударяться не буду, потому что... Про практику сновидений. Что? Практика сновидений. О! Знаете, я бы сказал так, что... По нашему мнению,
четвертопуческому, есть три сигнальных системы. Помните Павлова, он говорит, есть первая сигнальная система, она управляет всей вегетатикой. Вторая, она словами управляет, наше сознание построено из слов. Но оказывается, есть третья сигнальная система, где работают высшие эмоциональный, высший интеллектуальный центр. Но включить эту третью сигнальную систему, вот то, о чем мы говорим, что измененные состояния сознания и так далее, на самом деле это высочайшее состояние сознания, можно только при помощи специальных приемов. Их много, разные. Это целая система. Там раджа-йога, джнана-йога, трансперсональные методы. Это все одно и то же. Это все методы, действующие одинаково. То есть, с одной стороны, вспомните, для того, чтобы выйти в сознательное сновидение, осознанное сновидение, надо остановить диалог, вторую сигнальную систему. Но не просто остановить, а дать специфический, специальный толчок, который будет развиваться и переводить нас в осознавание сновидения. Именно направление на открытие третьей сигнальной системы, которая не работает словами, которая идет вне слов. Ну, у нас специфические техники, про них долго много рассказывать можно. Сновидение – это громадная вещь. Провести вам сеанс осознанных сновидений могу, но боюсь, что это отклоняется от Кастанеды. Володя, отклоняется? Как участники? Ну, по крайней мере, 50% из вас могли бы это попробовать на себе испытать, но у нас в интернет выброшено, и там можете скачивать сколько угодно, мои как раз методики осознаваемых сновидений. Там есть одна — искусство осознаваемых сновидений, практика осознаваемых сновидений. Так что не поленитесь, значит, набираете там вот эти вещи, аудиопрактики, ну и где-то у кого-то скачаете. Нас уже растиражировали так, что... Поэтому время у вас, наверное, не буду отнимать. Важно другое. Через эти так называемые измененные состояния сознания можно выходить в очень серьезные вещи. Это может быть и чисто практически как лечение, и как техника ясновидения. Но, вот здесь вот маленькое но, ясновидеть, по-настоящему видеть может только тот, кто полностью очистил свою личность, ну и частично сущность, от отрицательных эмоций. А мы все так или иначе травмированы с детства. И у нас всегда есть что-то. Кто-то нас побил, кто-то нас отругал и так далее. Все это у нас там сидит. И когда перестает работать вторая сигнальная система, из первой это вылезает. И начинает работать. И какие вам там ясновидения? Вы увидите свои страхи. И как раз они у вас и будут вашим ясновидением. Или зависимости. Зависимости тоже бывают разные, мало ли что. После того, как человек прошел такого рода очистку сознания, кстати сказать, в трансперсональной психологии, когда вот люди дышат, вот все эти вещи и выскакивают, выходят на поверхность. Человек их видит, потом вместе с инструктором прорабатывается это, люди понимают, на что они вышли, как с этим работать, и эти вещи исчезают так или иначе. И такая очищенная психика, плюс определенные техники из раджа-йоги, которые работают именно в погруженном состоянии сознания, когда трансмутируется, слышите слово, трансмутируется сексуальная энергия в энергию высших центров, вот как раз то самое переработка триптамина в диметилтриптамин в нашей шишковидной железе происходит в этот момент. И тогда происходит та самая энергия, на которой включается и работает высший эмоциональный, а потом высший интеллектуальный центр. Человек начинает видеть. Опять-таки, очень важный элемент, меня этому учили, очень важно выходить на правду.
оказывается, ну, что скрывать, мы привыкли врать себе вовсю. Больше, меньше, но врать. И это как раз может включиться в тот момент, когда будет что-то неприятное. Там происходит что-то неприятное. Нет, 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 только не это, увижу что-то хорошее. Все. А вот человек, которого научили выходить на правду, который принимает любую правду, более того, если там что-то негативное, он раскапывает это и выясняет, в чем дело. Вот, вот это особенная вещь. Этому тоже, кстати сказать, учат в разных методиках. Если вы почитаете там раджа-йогу, какие-то пособия по ясновидению, хорошие пособия, Лидбитера, допустим. Вот там это есть. Но в принципе скажу, что слова – это только слова, а практика, она гораздо важнее, серьезней, и она нас изменяет по-настоящему. Вот желаю вам всем стать практиками настоящими.